Всем привет! Сейчас мы находимся, ну, смотря с какой стороны посмотреть, но минимальная тут нижина. Ну, короче, мы в огромной яме. Она где-то метров 5-4 где-то, а где-то она по 3 метра. Ну, в общем, тут у нас есть в одном месте такая лесенка, по которой можно забраться. Мы ее сами сделали, там корни вот сверху, мы за них беремся. Здоровайтесь, это Даня. Даня, Прози. А, ну да, Прози. У него тоже канал появился. Желаю подписаться. Ну, в общем. Короче, мы как Мамикс решили снять в яме. Да, как выбираться из ямы. Но мы тут уже накопали песка, чтобы выбираться. К сожалению, мы сразу не додумались это снять. Вот тут мы вот так вот песок накопали и можем по нему легко забираться. Ну, я не буду сейчас полностью выбираться. Вот сюда надо ногу. Надо вот сюда ногу поставить. Вот сюда. Взяться вот. Как я обосрался первый раз. Ага. Надо браться вот за эти корни и вылезать. Кстати, когда мы нашли только эту яму, Даня очень сильно испугался, когда прыгнул в нее. Мы договорились, что я останусь сверху. И если что, помогу ему. Ну, в общем, мы убедились, что тут безопасно. Ну, на самом деле, нет. Просто Даня очень сильно испугался, спрыгнул к нему. Мы накопали этот выход. Ну, в общем...